В Омске вынесли приговор бывшему заместителю начальника областного УМВД Сергею Клевакину. Силовика, обвиненного в получении взятки и превышении должностных полномочий, взяли под стражу в зале суда. Напомню, полиция в 2012 году объявила аукцион на покупку служебных квартир. Клевакин помог выиграть конкурс своему знакомому, который продал квартиры силовикам по завышенной цене. За посредничество высокопоставленный полицейский получил взятку 4 миллиона рублей. В прошлом году его оправдали, но прокуратура решение оспорила. В итоге суд признал Клевакина виновным. Ему назначили 4 года колонии строгого режима и штраф 500 000 рублей. И запретили занимать руководящие должности на 3 года. Клевакин еще может оспорить решение, как и прокуратура. Государственные обвинители настаивали на более суровом наказании. Обвинение просило назначить наказание по совокупности преступлений в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 80 миллионов рублей. Мы просили, чтобы суд взыскал с него 4 миллиона, вот, сумма полученной взятки. Суд не взыскал эту сумму. Мы после получения копии приговора примем решение, будем обжаловать или нет.